Институт выполнил совместно с нашими коллегами из Бреста расчеты, прогнозы изменения водных ресурсов на период до 2035 года. И по итогам этой работы была подготовлена монография «Водные ресурсы Белоруссии в условиях изменения климата», которая показывает о том, что в летнее время, а также весной и осенью у нас на юге Белоруссии, в общем-то, в среднем намечается уменьшение стока рек на южной части, в то же время, как на севере получается даже увеличение. Образно говоря, водные массы сдвигаются с юга на север. Соответственно, необходим пересмотр всей водной политики, включая сельскохозяйственную политику для южных районов страны. И надо отметить, что многие документы уже направлены, это, к примеру, вот принята стратегия Министерства сельского хозяйства, которая предусматривает расширение площади орошаемых земель. Здесь много еще неизвестного. То есть ученые всей Земли еще не сталкивались с таким глобальным процессом, и здесь невозможно так моментально найти одно единственное правильное решение. Здесь это поэтапно, как, в общем-то, вся сейчас мировая наука, шаг за шагом. С одной стороны идет обобщение мирового опыта, с другой стороны идет учет местных особенностей. И как синтез всего этого получаются какие-то решения, которые позволяют, в общем-то говоря, смотреть с оптимизмом, невзирая на будущее, но невзирая на вот этот глобальный процесс.